И в продолжение темы. В преддверии главного мужского праздника мы спросили у жителей города, кто же такие настоящие защитники Отечества, а заодно узнали, чего люберчане им желают. Рубрика «Свободный микрофон» на очереди. 23 февраля – День защитника Отечества. Что это за дата и как ее отмечать? Я решил спросить у люберчан, кого они поздравляют в этот праздник. Военных. Как бы, кто был этот, служил в армии. Поздравляю всех мужчин с 23 февраля. Мужчины, которые отслужили, защищают нашу родину, отстаивают свою честь. Мы поздравляем всех, кто стоит на защите рубежей российских, тех ребят, которые защищают интересы России, даже, может быть, сейчас не находясь на ее территории. Мы поздравляем всех, кто причастен к этому празднику. День защитников Отечества – это не только мужчины, это и женщины. Женщины тоже в погонах бывают. Девушки тоже защищают родину. Вот у меня мама, допустим, она тоже ее всегда поздравляют с праздником 23 февраля. Она у меня военнослужащая была. Просто мы привыкли так, что 23 февраля – это мужской праздник, а 8 марта – женский. Я поздравляю своих мужчин с 23 февраля. Папу, брата, дедушку, дядю, всех люблю, поздравляю. Настоящие мужчины. Я сделала папе своему открытку. Защита Отечества – это не только служба в армии. Это все, что угодно. Дорогие мужчины, поздравляем вас с праздником, с вашим. Желаем вам, чтобы вы нас всегда защищали, чтобы вы всегда были мужественные и сильные. Желаем, в первую очередь, здоровья. Счастья. И счастья. Чтобы любили друг друга и своих женщин. Вспомнить, какие они у нас замечательные. Вот. Мужественные. Мужественные, да, ответственные, защитники наши. Защитника Отечества. И мужчины настоящие защищают свою семью, поэтому семья существует. А вы знали, что Дню Защитника Отечества ровно 100 лет? Именно 23 февраля 1918 года считается днем рождения Красной Армии. С тех пор прошло много времени, менялись названия, но суть осталась одна. Всех защитников от души поздравляю. Даниил Михайлов, Никита Скороган. Специально для рубрики «Свободный микрофон». Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.